современной речи до сих пор существует понятие чисто мужских или же чисто женских профессий. Однако, вне зависимости от пола, люди могут одинаково качественно выполнять одну и ту же работу. Ведь если женщина имеет потенциал, у нее есть право реализоваться. Так случались ли в вашей жизни случаи гендерной дискриминации? К этому отношусь более критично, потому что я считаю, что женщина должна работать на таких профессиях, как, допустим, педагог – это отличная профессия, медик – тоже отличная профессия. Но такие работы, скорее всего, разрушают женскую природу. Они могут прекрасно справляться с мужской работой. Карине была даже своим дегендер, брак Айль. Ер адам, например, әйелді сияқты босан алмайтын болғаннан кейін, ер адамдардың жұмысын әйелдердің істеудің қажет жоқ деп ойлаймын. Ну, я считаю, это зависит от желания и возможностей женщины, потому что есть женщины, которые сильнее мужчин в наше время, сами знаете, какое сейчас. Поэтому сейчас и мужчины могут работать на женских работах. Я әрине жасайлады, мен өзім архитектор болайын деп отырмын. Өзім ұнайды, ұнағандықтан. Ұнаса бәрін істей береді, сақтын, ұнаған жұмысымен. We'll be right back.